Всем доброе утро. Хочу показать, какой у нас сегодня... Ой, начинается утро. Кстати, я выстирала кроссовки, сушатся. Вот. Вот крутышка сидит, кушает кашу с нектаринчиком. Так проходит у нас утро. Вот. Погода сегодня супер. Солнце, я говорю, иди загорай, чтобы ноги загорали. Надевай шорты. Вот. Только проснулся. Пшённая кашка. Как, Макс, вкусно? Вот. Такое у нас небо ясное. А у меня по плану сейчас прибраться дома и делами заниматься. Потому что дома у меня трам-парарам. Бутылку надо поставить на место. Вот там вот. Тут какие-то вещи. А, сегодня у нас еще пижамная вечеринка. И, ну как, у Макса в клубе. Вот, тут вот вещи. По вещам можно понять, что комод сюда переехал. Что у нас Маша с Сережей, с малышкой, они переехали. Вот, поэтому я сейчас все это хочу прибрать быстренько. И так как у нас сегодня на танцах пижамная вечеринка, потом просмотр киношки. Ну, через проектор они будут смотреть. Мне пришлось вчера заехать в Glory Jeans и Максиму купить пижаму, потому что у него только кигуруми. Так как мы пижамы вообще, в принципе, не носим. Ну, детский сад уже давно закончился. Вот такие вот трикошки. Это комплект был пижамы. И вот такая вот футболка. Пижама была по 800 рублей. Но у меня, оказывается, на карточке моей Glory Jeans была скидка 80 рублей. То есть, грубо говоря, мне на 720 рублей обошлась эта пижама. Ну что делать? Там одна была по 600 рублей, но она какая-то вообще несуразная. И, в общем, Макс вот эту вот увидел. Вот она. Видите, у меня по скидке она еще обошлась. Где тут цена? Вот она, 799, ну, я ее взяла 719 рублей. Вот. Вот, в этой пижаме он пойдет. Так, это часть вещей, извините, забрать нужно. Здесь у меня стирка, все нужно убрать. Завтракали тоже прибрать. Вот, пшенную кашку я варю только в мультиварке. Она очень вкусная получается. Тут все осталось. Так, это Андрей жарил колбаски. Макарошки утром на работе. Вот, если все получится, если у меня сил хватит, я вымою террасу от пыли. Вот, такие дела. В общем, нужно прибираться, ребят. Вот такой вот у нас пикник. Это что тут они будут смотреть просмотр. Покидали, блин, подушки. Кто что. Вот, собственно, я тоже в халате. Сейчас пойду смотреть, как они танцуют. Ой, жарко. Since I knew.
Просто гений выбора площадки. Извините, да, только не могу, я с вами думал.